поливай. Поставь его, да, на коробку. Вот, и теперь дави. 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 Изо всей силы, может. Еще сильнее туда ударить? Да. Мать, да, изо всех сил. Вот представь, даешь подзатыльник. У тебя мальчик или девочка? У меня мальчик и девочка. Вот, вот представь себе, мальчик побил девочку, дал ей подзатыльник, и если даешь ему подзатыльники. Ничего не получается, да? Да нормально вообще. Все хорошо. Ну, не хочешь попробовать? Нет. Да. Да, 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 да. В нас, попадай. Ну давай. А лед закончился. Нет, ну почему он так? Ну ладно, друзья, поехали дальше. Все. А, с лет через 10-15 у вас все получится. Поехали дальше. А то, смотри, как-то можно на одну всю сторону стать, а то, что использовано, собирать на другую. Да мне реально одномандат. Вообще. Главное, чтобы тебе было удобно, ты не перецепалась через, вот, не через что. Да, вот не роняла, не била. Чтобы дети, которые подламываются к тебе в десятками тысяч, чтобы они ну, ничего не, это, не, не крушили. Здравствуйте, мои драгоценные, здравствуйте. Я так понимаю, что вас еще не покормили, да? Не мыло, а сопли. Да. Все? А лед достаточно, каша перестрелится. Ну, если мы положим все правильно, то просто обратились за половину. А что, вы сегодня не включили? Ну, мама, я так сейчас узнала. Как раз он добрался. Давай. А это мамка? Да, перловка. Это каша из инопланетян, забивает. Пробуйте, пока она горячая. Кто боится горячего, я не хочу. Я не хочу. А я хочу. А я не хочу. А я вот как хочу, только не хочу. Ну что ж, я думаю, что это не так. Хватило на всех даже на вред. Правильно? Ну сколько у нас? Там четыре. Оль, да. Вот четыре начнем. Сколько мы где-то? На полчасика и все. Какие-то. Да, а что полчасика? Нормальная программа отработает. Нет. 45 час. Я что не это? Ну, если у нас начало в 4, тогда без 10 5, пожалуйста. Стаканчик нужен. Вот и сухой, да? Сухой стаканчик. Мне нужен минимум. Хватит вариться! Замри. Да не варись! Тихо я сказал, или я тихо сказал? Один. Слушай, хватит. Да вообще капец. Потом засыпем весь Крым снегом. Будет холодно. А много детей планируется вообще? Давай я сейчас залью. Сейчас приди. Давай этого. Давайте этим зальем. А давай еще этого нальем. Шизоиды. Так, тихонечко. Да, давай. Нет. Она тебя, это провокация ночного дозора, всем выйти из сумрака. Желтая вода для памперса. А просто воды? Да. Вот отсюда можно? Можно, давай. Я прошу, хоть ненадолго, шо вот и любишь. По-моему, это много, блин. Стоп. Это много. Давай, ладно, лей. Все равно много. Все равно много. Много. Да. Давай. Все равно в два раза больше, чем надо вообще. Получилось! Летом сни. Господи. Карпаты. Нервная куря. Ну, все показали, что когда, смотри, как Катя, когда ты презентуешь, высыпай его. Не вот красиво, да. Как пасочка. А, ты не понимаешь, как раз не понимаешь. Да, козырной. Да. Все показали, а дальше? Давайте, мы здесь. Дальше что там? Ну как, что, панкерс? Панкерс.
Хорошо. Смотри, запоминайте, друзья. Снег, памперс. И желтая водичка. И третье это полимеры. Ну, то есть, если это... Значит, сюда может быть водичка, да? Говорит, желтая вода тебе в голову ударила, а ты вошкался. Знайка. Я бы сейчас прочитаю, друзья мои, стихотворение. А вот я хотел бы нашим клиентам прочитать стихотворение, друзья мои. Уронил я в унитаз, как-то тут на медне, свой любимый карий глаз. Правый предпоследний, гляну он прощальный взор, зорным голубиным оком. Потому что надо было из стакана в стакан переливать. Что? Да, мы уже нет, вы просто много порошка и мало воды. Ну, и за счет того, что у вас шоу идет супер темпом, да, угу. Поэтому вода не успевает, так сказать. Но обычно она не такая горячущая уже к тому моменту. Угу. Вот, смотрите, видите, когда вы мешаете, да, вот так вот. Получается, что вот он, вот, и когда вот просто человека засунуть туда руку, он реально обожжется, потому что там кипяток. Папа, видите, да? Засунуть палец, будет больно. Не очень. Дальше. Так, чтобы засунули палец, Лизун. Потягусь. Да, мы можем потянуться, чтобы показать, что сейчас у нас все получится. Я раздаю стаканчики всем. И всем дры-дры-дры. Да. Мы за мыр? Да, мы за мыр. Ну все, отлично. Дальше. Давай. И водичку. Какую водичку? Для чего? Простой. Активатор. Дальше есть активатор. Вон беленький у тебя еще чуть-чуть есть. Ну, ты наливаешь гели, отдельно ты наливаешь воду и берешь из сиреневой баночки активатор. Все, заколбасила, вылила, мешаешь. Активатор зависит от воды. Ну, если у тебя полстакана, тогда одна ложечка. Ну, вот, например, синяя. Одна синяя ложечка, да, на полстакана, да. Ну, может, чуть-чуть больше. Подожди, а мы разные маленькие стаканчики. Ты же активатор делаешь отдельно. Это для активации. Потому что тебе же нужно всех активатор разлить. Он же у всех стаканчиков, ты потихонечку льешь, ему чай мешает. Да, всем разделила, это удала. Да, молодец. Дальше что у тебя? Дальше мы делаем лизун, разбав, мешаем его. Хорошо, сделали лизун, дальше. Что это? Шланги, привидения. Перед ним что? Энерджи.